начала июня в 13 регионах страны проходит 9-я летняя спартакиада учащихся. В столице Чувашии стала площадка состязаний по самбо. В зале Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по самбо встретились 200 сильнейших спортсменов. Их возрастная категория от 14 до 16 лет. В красной форме за выход в полуфинал борется Закир Фарходов из Питера. Несмотря на надпись на форме соперника, красный оказывается сильнее. У каждого борца свой план борьбы. Вот я сегодня боролся по своему плану. Выполнил. Я стараюсь отключить рукава соперника и сделать спину с колен. На соседнем ковре девушки. В тяжелейшем поединке победу вырывает девятиклассница Екатерина Воронова из Новосибирска. Когда побеждаешь, очень круто, ощущение крутое, да. Обычно тренер говорит, что делать. Главное слушаться его и делать то, что он говорит, тогда все будет нормально. У всех школьников каникулы, у этих ребят по 2 тренировки в день. Следующий шаг в их спортивной карьере – взрослые соревнования. Они только-только вступают одной ногой на этот мировой уровень. Это талантливые ребята, и уже, скажем так, маленькие звездочки уже видны, и таланты есть, с ними надо работать. Эти же ребята встретятся в конце сентября на первенстве России, где будут бороться за путевку, попасть в сборную команду России и выступить на первенстве мира. По результатам первого дня в активе сборной команды Чувашии 1 золотая и 2 бронзовые медали. В общей сложности в спартакиаде участвуют 12 тысяч спортсменов. Медали разыгрывают в 42 видах спорта. Ольга Пырочкина, Павел Редков. Республика.